Я уверен, что тебе есть что сказать. Добрый день, дорогая церковь. Можно я минутку свидетельства своего? Две недели назад меня очень сильно поставили на работе вплоть до увольнения. То есть мне стало плохо, девочка подошла, сфотографировала меня, что я сплю на рабочем месте, и выложила в общий чат, где сидят все мои директора вообще всего Подмосковья. И мне стало настолько стыдно, и я... Ну, как бы меня любят как сотрудника, но я думала, что вообще мне скажут и что вообще уволят меня, не уволят. Я очень сильно переживала, и я вспомнила, что мы должны молиться за власть, за начальство. И самое интересное, вчера позвонили коллеги, позвали меня на природу, говорят, там будет все начальство, давайте встретимся, вот просто спонтанно. И самое интересное, что до 7 утра сегодняшнего пятерым людям я проповедовала о Боге, и мой начальник тоже верующий. И он был в Израиле, он рассказывал, что он там получал от Бога. И просто я такое расположение получила. Просто прошла вот это с этой девочкой, да, и получила вот такой вот, ну, как бы плод, вот просто огромный. Эта картина для Ивановых, не знаю, здесь есть. Голуби. Знаете, я как-то вот просто, у меня вот пришла картина для вас. Я хочу, чтобы вы получали вот через эту картину свежие отношения каждый день от Бога. Чтобы вот эта нежность, вот эти вот взаимоотношения между вами, когда они изначально зарождаются, чтобы через эту картину они были всегда. Ну что для тебя значит, например? Вот чем ты? Вот похож. А ты справа или слева? Справа или слева? Слева. Спасибо. Спасибо большое. Я убежден, что Ивановы это подарок. Я знаком с Евгением больше 20 лет. Это подарок для меня, для моей семьи. И Наташа, она пришла на нашу домашнюю группу, посидела на нашем диванчике, и теперь они счастливые уже. Добро пожаловать. Доброе утро всем. Такое слово было, понимание от Господа, что кто нуждается, семья какая-то, семьи, нуждается в исцелении взаимоотношений. И такое пришло понимание от Бога, что тот труд, который вы прикладываете, смирение, не знаю, там, может, не получается, но прикладывайте, Бог это видит, и Он приносит свое исцеление. Вот просто, что Он, видя это, Он почитает и просто приносит исцеление. Это как пророческое слово для вас, вот для семьи, не знаю, кому это сейчас важно. Что Бог это видит, почитает, и приходит Его исцеление в семье. Господь, мы... Папочка, мы благодарим Тебя, драгоценный, что Ты автор брачных союзов, Господь, и Ты сказала, что никто да не отлучает вас, Господи. Мы просим Тебя, а Ты ненавидишь развод, Господь. И мы благодарим, что слова «развод» вообще нет в Твоем лексиконе, Господи. Ты созидаешь семьи, Ты созидаешь их, Господи. И мы просим Тебя по Твоему слову. То есть прямо сейчас, Господь, придет елей исцеления, Господи. Благодать, взаимоотношений, Господи, мы просим Тебя, чтобы Твоя любовь покрыла все, Господь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за нежность, за этих голубей, Господь. И мы благодарим Тебя, что для Тебя нет ничего невозможного. И то, что не можем мы, Ты можешь, Господь, там, где нет наших сил, есть Твоя сила, Твоя благодать. Господи, и смиренным Ты даешь благодать, Господь. Спасибо, что на смирение приходит Твоя благодать, Твое возвышение, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, любим Тебя и славим Тебя, великий и любимый Господь. Аминь.